Казанском университете прошла ежегодная олимпиада по татарскому языку среди русскоязычных студентов. Подобные олимпиады проводятся уже с 2008 года. С целью создать условия для распространения татарского языка, литературы и культуры среди студентов Республики Татарстан. Всем известно, что в общеобразовательных школах татарский язык изучается обязательно, но поступив в высшее учебное заведение, некоторые студенты перестают изучать татарский язык. Но те, кто вот изучал и продолжает интересоваться татарским языком, они могут участвовать вот в таких ежегодных олимпиадах и совершенствовать свои знания по татарскому языку. В олимпиаде приняли участие около 160 студентов из 10 учебных заведений Республики Татарстан. Она прошла в 3 этапа – письменный, устный и аудирование. Проверять работу участников будут не только преподаватели Казанского университета, но и педагоги татарского языка различных вузов Татарстана. После проверки каждый из участников получит сертификат, а призеров и победителей наградят ценными призами и подарками 21 февраля в День международного родного языка. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюс. We'll be right back.